Состояние армянской армии на данный момент не позволяет думать о реванше в Карабахе. Как передает канал 13, об этом заявил второй президент Армении, военный преступник Роберт Кочерян 5 апреля в эфире программы «Познер» на Первом канале. Армянская армия сейчас в такой ситуации, что любому трезвомыслящему человеку не придет в голову мысль о реванше, сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он думать о реванше в случае прихода к власти в Армении. Поэтому все-таки на ситуацию надо смотреть следующим образом. Если мы хотим поставить точку на конфликте, то нужно найти решение, которое будет справедливым, отметил Кочерян.